Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи развития имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности и лицензию на осуществление образовательной деятельности. Учреждение оказывает образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего образования и основного общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ. Для обеспечения эффективного предоставления услуг в центре функционируют 4 структурных подразделения. Психолого-медико-педагогическая комиссия, отдел коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, отдел методического обеспечения психологических служб образовательных организаций Ульяновской области и недавно созданный отдел по информационной защите детей. Педагогический коллектив центра в 2018 году стал победителем в конкурсе инновационных социальных проектов, организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участие в проекте «Я и мой друг» помогло 30 детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 детям с расстройствами аутистического спектра, раскрыть свой жизненный потенциал через профессионально организованное общение со взрослыми наставниками. С целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития, сохранения и укрепления здоровья детей, организована и функционирует родительская гостиная «Мир». Мои родители. Вариативность формы работы центра, таких как консультативная, диагностическая, коррекционно-развивающая и просветительская деятельность, обеспечила повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра.